Майка и Мята. Сегодня день проникнут маятой, которая так глубоко внутри, что кажется порою, что ты умер, ты замер на кровати, ты лежишь и чувствуешь распластанность свою и сильное долженствование дать этому внутри пройти свои круги, пока так растревожен этот рой лоскутов тумана, их разноцветие и плотность иную каждого, и разноскоростного движения, вернуться на круги своя, чтобы установить покой и равновесие, что мята в серебристо-сером своей шалфей сплетает ароматом канву тумана в полотно и свежестью своей. Нет, мята снимает маяту и хаос, кидая покрывало, но внутри весенние поросли, воспрявший дух. Маята и мята.